Нихао, здравия, дорогие девушки. Я сенсей Бингвен по прозвищу Разящее Око. И я буду одним из ваших наставников на пути просветления. Да. Вынужден заметить, что ваш путь просветления начался с серьезных проступков. Вы осквернили священный храм Белого Лотоса, храм боевых искусств. И поэтому вы должны понести наказание. Наказание, которое поможет вам отмыть ваши грехи, которые вы совершили вчера. Да. Какое наказание? Это будет очень жестокое наказание. И только те, кто пройдет до конца, смогут очиститься. Готовы ли вы пройти это испытание? Кто готов, поднимите руки. Кто не готов, можете покинуть помещение сразу. На этом ваш священный путь закончится. Спасибо. Но для тех, кто остался, я сообщу условия очистки. Вам нужно будет наполнить вот эту бочку до краев водой из близлежащего источника. И наполнять вы будете вот этой ложкой, которую вы должны будете нести во рту. Условие руками не помогать. И тот, кто больше всех принесет воды с источника, то получит особый бонус. Если вы готовы, мы можем начать ваш путь просветления. Да поможет вам Всевышний, а я жду вас в бочке, которая должна быть наполнена до краев. Увидимся на финише. Намасте. Это была моя импровизация.